Меня зовут Дидис Вербицкис, я из Латвии, города Валмера. 8 декабря я приеду в Смоленск для боя с Максимом. И это будет побоище. Ждите. Последних 4 лет являюсь непобежденным чемпионом Смоленской области по ММА. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячи. О предстоящем бою могу сказать только одно. Я настроен на победу. Молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Ради боем на погоне ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока там, дайте коня мне на добрый меч. Было это в рабстве давным-давно, черные силы пришли войной. А мы знали, не ожидали, жили, любили, не рожали. Красному Максим Ратник Отрога, Смоленск, 34 года, 1,75 м, 4 боя, 2 победы. Против него в синем углу Дидис Леонис Вербицкис, Латвия, 29 лет, 1,80 м, 6 боев, 3 победы. Леонис, 4-кратный чемпион Латвии по ММА, чемпион Латвии по панкратиону, чемпион Балтии по панкратиону! Вперед! Вперед!
финальный бой Литова, но такой ща продолжается. Лионец против Ратника.
Вот и Узман. Ай-яй-яй-яй-яй. Венс, Венс. Узвену пусть не жжет, ребят. Отру, отру, Каю! Скаки, скаки! Скаки, скаки! Нет, 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 нет
Начинай работу, бойцы! Наступает тот самый момент, когда я уже знаю, кто победил в этом бою, а вы еще нет. Но скоро это узнает весь дворец спорта юбилейный, и я приглашаю сюда для вручения приза победителю президента Смоленской областной федерации ММА Романа Жолобова. Руководителя промоутерской компании «Цитадель». Дамы и господа, этот бой завершенным днем единогласным решением судей. Победу одержал боец в красном углу. Дамы и господа, это был шикарный бой. Если честно, то я думал, что будет так, как с Камерунцем. Но нет. Леонис показал себя достойным, достойным ваших аплодисментов! Ну, конечно же, любой болельщик, особенно болельщиц, достается победителю сегодняшнего ледового побоища. Максиму Отрокову! Хочу несколько коснуться сзади. Спасибо за проведение такого турнира. Спасибо, что пригласили. Спасибо моему саперу и всем остальным, кто приехал, сделали это сюда шоу, спортивное мероприятие. Хочу поблагодарить тех ребят, кто со мной готовился, кто мне поддержку. Большое спасибо. Ну, конечно, вас, зрители, спасибо. Спасибо, Максим. Я благодарю вас всех, дамы и господа. И сейчас пару слов сопернику Максима, Денис. Жаль, конечно. Но старались как могли. Немножко не хватило в третьем раунде. Но я думаю... Можем повторить вкладки тоже, если хотите. Это вызов. Дамы и господа, это был шикарный бой.